Я давно очень не делал с эстрадой, вслух вообще не произносил. У меня есть такой маленький-маленький цикл пародий на поэтов, которых я не умею показывать визуально. Так что они такие, просто речевые, воспримите так, как есть. Была такая у Корнея Чуковского сказка «Муха-цокотуха». И вы знаете, что циклы пародии они делают так. Берется какой-то сюжет очень простенький, так сказать, незамысловатый. И как бы этот сюжет рассказали один, второй и так далее. Была так ужасно. Ах, бывают всякие в жизни карамболи, дивные события, чудные дела. На широкой улице, а не в чистом поле, муха, представляете, денежку нашла. Что случилось с мухою, резвой хохотушкой? Муха, представляете, сделалась иной, не вульгарной мухою, а пикантной мушкой над прелестным ротиком Е. Карамзиной. Ах, как это весело! Ах, как это глупо! Ах, какое счастье! Ах, какой кошмар! Возле, представляете, аглицкого клуба заприметил барышню доблестный комар. Был он смел до одури и красив до жути, в звании поручика и в расцвете сил, и к тому же в юности был замечен в смуте. Графа Аракчеева лично укусил. Ах, какой любовью встреча увенчалась! Ах, того не выразить кистью и пером! Муха, представляете, тут же обвенчалась с ихним благородием, оным комаром. Праздновали в осреду, накануне Пасхи, сколько было сказано спичей и острот. Кушали без устали рыбу по-гешпански, спорили до одури, прав ли Дидерот. Ах, какие славные прежде были пьянки, вист и философия, нега и азарт. Было это в Питере, в доме на Фонтанке, в щелке под обоями, много лет назад.